Мы сейчас будем заходить в лобби до тех пор, пока мне не выпадет билетикус. Правила следующие. Не поднимаем уровень таверны выше первого. То есть вообще не апаем уровень таверны. Вообще никогда. Билетикус не выпал. Консиды. Билетикус не выпал. Консид. Опа, билетикус выпал. Мне кажется просто, что билетикус на 16-м ходу просто двойную раскопку сделает с мега призами. И он так усилится, что забей. Но до этого надо выжить. Друзья, помните наше прошлое задание по скачиванию в игре Викинги? В январе нам чуть-чуть не хватило для достижения цели, поэтому давайте пробовать снова. У нас новая цель 40 регистраций, чуть более достижимая. И новый счетчик. Вы также можете следить за процессом достижения цели в описании под видео. Ну а если кто-то еще из вас не знает, то Викинги War of Clans — это военно-экономическая онлайн-стратегия с более чем 20 миллионами игроков. И пополнить ряды бравых ярлов можешь и ты. Тем более, что прямо сейчас каждый ищет себе руку помощи, и игроки объединяются кланы, ведь стартовал новый ивент Хольмганг. Эпический поединок кланов, в котором очень много интересных тонкостей, ознакомиться с которыми можно на форуме у викингов. Для участия в игровом событии вожди или старейшины кланов должны подать заявку и выбрать время проведения поединка. Лично я ждал этого обновления очень давно, ведь взаимодействие с кланами — мое любимое занятие. Всегда сидишь в чатике, помогаешь союзникам, атакуешь недругов, затеваете что-то масштабное или просто кекаете, почему бы и нет. И самое приятное, конкурс для новых игроков. Так много призов, как в этом месяце, не было никогда. Главные призы могут достаться и вам, если вы дойдете до определенных уровней дворца. MacBook Pro 35 уровень, iPhone 12 Pro 25 уровень, iPad Pro 11 15 уровень. А самое крутое, что только в этом месяце все игроки, достигшие 35 уровня, совершенно точно получат офигенный подарок от разработчиков. Розыгрыш состоится 5 марта. В общем, такие расклады. Смелее скачивайте игру по ссылке в описании, там же отслеживайте процесс глобальной цели и участвуйте в конкурсе. Ену позолотил. Понятно. Звери не лгут. Ресар. Ты букву К забыл написать. Правила турнира: уважаем томата. Интересное правило, мне очень нравится. Интересно, смогу ли я выиграть в них? Наверное, нет, я же не смогу сам себя уважать так сильно. Или смогу? Если я уважаю себя сильнее остальных, будет ли это считаться, что я ЧСВ? Хотя с турнира по дефолту ЧСВ. То есть я по дефолту победил? То есть зачем мы тогда играем? Ну ладно, мы попробуем, конечно, Мурлока все-таки попробуем. О боже мой. Двойной Штормгрет. Ну я, наверное, потерплю тогда. 3, 5, 92. 5, 10, 5, 4, 5. Понятно, Гена падальщица. Вот так вот и выглядит посос, кстати. Если вы не знали, как выглядит посос, он примерно вот так вот выглядит. Налево можно ударить? Ну ладно, хотя бы так. Получаю 2 урона. Джандис и Арана какие-то им получают. Ну я не знаю, в чем Джандис имба, потому что, ну, она может триплеты крутить до второго уровня, но второй уровень триплета мех. Да? Арана может быть имба. Мне больше нравится здесь Дэрил, шляпник. Он мега мощный. И... ну, Арана может собрать, конечно, демонов. Но благо у нас в лобби нету демонов. То есть все бы просто старались собрать гномиков 1-3. Это реально была бы имба. Но она, кстати, может нормально запулять. Ох, ничего себе. Вот кто моих мурлоков ворует. Главное вот этих вот собрать. Не знаю, как я их бафать буду. То есть у них будет миллион атаки. Но от ХП не так много будет. Нужны будут такие вот дуболомы дальше. Бимбот. Ну, бимбот выглядит feels goodman, да? Надо вот этого продолжать бафать, потому что он у меня будет кор.
Кор. ARGGGGG. Интересно, кто, вот человек, который отвечал за дизайн карт, да, вот он придумал баф, который называется ARGGGGG. Почему именно 5G? Почему, типа, бомбочку прислал? Да пофигать на бомбочку. Ну, товарищ Рено Джексон, как вам чувствуется с позолоченной гиеной на первом ходу? Мне вот чисто интересно, вот хочется у вас взять маленькое мини-интервью. Как вам оно живется там? Я просто не представляю, вы, наверное, себя чувствуете великолепно, да? Так, плюс 5-5? Или плюс монетки? Я думаю, все-таки плюс 5-5, ну типа... Здоровое ебло. Бери уменьшение таверны. Ты извиниться не хочешь, молодой человек? Молодой человек! Как же хочется нецелованный ап таверны. Да, за ноль монет. Но это же... Да, это же да. Я, на самом деле, всех вначале очень жестко забайтил фразой «Звери остались пули, сейчас все будут собирать золотую гиену». И в этот момент, как самый хитрый, начал собирать мурлоков. Мозги! И Зера сейчас задует. Ну, может задуть, а может и не задуть. Посмотрим. Взял бы еще одного 1-2 мурлока. Походу, умираем. Задует, блять, у него еще и золотой воскосадник. Ладно, хорошо. Хорошо. Молодец какой. Какая ты умничка. Ой-ой-ой. Зайка, молодец, зайчик. Ух, какой, похлопаем. Тебя ждет перматч после этой катки. Перманентный вечный бан. Блин, еще один на дыхалке. Блин, ну, конечно, вихлепыхи очень крутые. Вот, бомбочки помогают против драконов играть нормально. 1 хп, лол, кек. Блять. Почти ничья. Даже выиграть мог. В теории. Ладно, 3 урона. Итак, 2 билетикуса с 12 таверны. Смотрим. Новая сила героя — бананы. Ну, бананы, да? Потому что новая сила героя нам не... Ну, типа, в этом и прикол. Бабл. Здравствуйте, товарищ Иршадж. Откуда у вас, блин, Рагнарос? Да, раскопка 6-й таверны. Вот он, кстати, и пошел в элементалей. Блин, а мне не дало 2 раскопки 6-й таверны. А не знаю, хотел бы я 2 раскопки 6-й таверны? Типа 2 калеткаса, 2 волка, 2 гибельных змея, адаптозавр. Да не, наверное, нет. Как проиграл? Ну что ты делаешь такое? Ну ты с нашей планеты или с галактики жопа ты, а? Гуманоид! Не похоже. Направо. Ой, сейчас 2 каземата, ладно. Могли бы отсюда 2 лодки прийти. Мне главное еще 2 хода прожить, пожалуйста. Я хочу посмотреть, что будет 16 уровня таверны. А, еще 3. Еще 3. 2 все-таки 2. 102-13. Это знаешь, как когда за Пермидона ты бафаешь котика, случайно тебе рандомит, что котик бафается. У тебя по итогу получается котик 1.64, блять. Только это то же самое, только наоборот. 102.13. Он вздыхает тут всякой фигни, но... Чего ты сделал? А, ты его крутишь. Ах ты, чувырла. Ах ты.
Ах ты! А-та-та! Ладно. Две раскопки, 16 таверны. Ух! А, еще одни бафы. Давай, 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 давай. Это да. Два полных превосходства. Просто дополнительно 6 призов. Бабл. Блин, я мог, конечно, в теории раскопать двух рагнаросов и какую-нибудь дичь сделать, но не. Бананы. Так, ну мы, понятное дело, что мы здесь делаем. 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 Я не успеваю! Просто закупился всем чем угодно. Но я сейчас не умру от изделия, это главное. Так, бомбочка. Ах, ты забафал всех на плюс один. Ах, он законтрил мою бомбу. Он мою стратегию с бомбой. Стрим-снайпер. Стрим-снайпер. Понятно. Понятно. Айсблок не взял. Думаешь, надо было? Ага. Понятно. Вот. Если раньше я не понимал чего-то, то сейчас я все понимаю. 2% всего лишь насмерть. Я же не умру от 2%, правильно, чат? Окей, не умер. Но это было страшно. Но если было бы две шестерки отсюда, это было бы ГГ. Итак, еще одна раскопка. О! Может, два из блока найдем отсюда? О, этот приколист пришел. Хвостен. Он мне пригодится, да. Рекрут дополнительный, да? Ну, можно рекру, там можно забафать. А, хотя эти 2-2 доп-бафы. Эволюция таверны. Ну, давай эволюцию возьмем, чтобы... Айсблок или бабл? Вот сейчас хороший вопрос. Айсблок или бабл? Мне кажется, что все-таки бабл. Типа бабл на победу, а айсблок на... Ой-ой-ой. Я не успеваю, но... Ладно, типа вот так вот сделаем. А нафига ты вот этого фоткаешь? А чё? А чё, а как? А. Он скопирует одну характеристику атаки наивысшую, одну характеристику ХП наивысшую. Понял. Я думал, у одного существа самого толстого. Все, я понял. Окей, это интересно. Я реально всю жизнь почему-то думал, что типа. Окей. Окей. Да, он просто берет максимальный ранг. Век живи, век учись. Золотой хвостун или отписываюсь. Понял. Доживу ли я еще до прокрутки?
Чтобы еще. Чтобы сделать золотого хвостуна. Без баблерш. 50 на 50, окей, честно. Золотая змеюка. Ну, кстати, удар у меня хороший, то, что ты первый бабл сбил. А, две бабл... Две баубабы. Понял. Четыре золотые гиены было, меня же Мурик выиграл. Сколько ходов? Еще один ход. А, я проиграл, кстати. Блять, 26%. А, подожди. Не проиграл. Один хп, живем. Я просил баблерш, да, игра дала их, но не мне. Сражение в самом разгаре. Так, ну мы ищем тупо триплеты. Самое сильное существо, но кто сможет сделать? Я не выставляю против Изеры ничего другого, потому что пускай ее дракончики плюются в это говно, и они типа ресуются. У меня 19 триплетов и ни одной баблерши. 19 и ни одной баблерши. 19, 0 баблерш, ни разу. Найс, 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 ультра, very nice. Что? Не задувается больше, сыночек? Ну, кстати, наверное... Хотя не, нормально. Не задувается. Как это так не задувается? А, Изера, как это так? Итак, раскопка с 24-го хода. Так. Баблершу можно мне дать? Нельзя, да? Понимаю. Я, в принципе, человек понимающий. Итак, два хвостуна из авангарда. И у него тоже два. А-а-а, золотая, блядь! Понятно. Так. Ага, хорошо. Блин. Это ничья. Як. Сколько это будет продолжаться, а? Сколько это будет продолжаться? Сколько? Не забывайте фоллоу прожимать. А еще эта катка будет на ютубе, поэтому подписывайтесь на ютуб канал. Товарищи модераторы, киньте, пожалуйста, мой ютуб канал в чатик. Чтобы вы не пропускали видосы. Там очень хочется 300 тысяч подписчиков добить. Очень хочется 300 тысяч подписчиков. Очень охотится. Вопрос. Если половина маршрутки попросит... дать баблершу с 23-го триплета, дадут? Nope. Ты зашел. Ага! Пожалуйста, не 2,5%. Все хотят золотого. Золотого чувака. Все хотят золотого дурачка. Здравствуй, ничья, 14%.
Можно мне золотого дурачка дать, пожалуйста? Ну, я не знаю, нужно ли мне еще давать плюс 10-10 и бабл? Или раскопать что-нибудь? Ладно. Блин. О, сейчас своруем! Еще бабл. Ебать! Ебать! А что происходит? Лёха, братуха, салам алейкум. Стой! А как это сработало? Чё? Я что-то пропустил момент! А? В смысле? Откуда? Как проиграл, блядь? Как проиграл-то? Говно тупого говна. Подписывайтесь на канал, кто здесь впервые. Мы часто здесь проводим такие микротурниры. Подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на Twitch канал. Я очень сильно хочу 300 тысяч подписчиков. Помогите мне добить 300 тысяч.